ребят, всем привет! Сейчас мы находимся в дворце Кайлис, или как-то, я точно название не помню, сейчас напишу здесь, вы увидите. Короче, мы в этом дворце, это очень исторический дворец, и очень тут красиво. Находясь в Пираке, обязательно загляните в этот замок, замок Келли, иногда также называемый Безумием Келли. Незаконченный разрушенный особняк был построен шотландским плантатором по имени Уильям Келли Смит. По разным данным, это был либо подарок для его жены, либо дом для его сына. Строительство этого уникального замка началось в 1915 году. Этот одинокий замок выглядит почти сюрреалистично среди диких плантаций Пирака, излучая яркую индивидуальность и ауру загадочности. Считается, что в этом замке обитают призраки, а многие уверены, что здесь есть потайные комнаты и подземный ход. Короче, ребят, мы вот сейчас в центре города. Это вот прям центр-центр, там сзади находится их сквер. И тут еще здания, улочки, где вы можете прогуляться, увидеть разные граффити. Ну, я сейчас сделаю короткое видео, чтобы вы тоже смогли увидеть. Обязательно прогуляйтесь по улочкам Мипуха, потому что вы наткнетесь на очень интересные места с очень интересной архитектурой и также можете наткнуться на что-то очень интересное, которое вы никогда не найдете в путеводителях по эпоху. Сейчас мы пришли, короче, в один из парков. Тут очень красиво, и сейчас я вам сделаю видео, и так что напишу обязательно местность, где это находится. Как вы будете в эпохе, обязательно приходите в этот парк. Тут вы можете покататься на лодке за 3 ленита, и тут очень красиво. Короче, ребят, будете тут, обязательно зайдите в этот парк, который я до этого рассказывала. И тут, короче, есть очень крутые пещеры. На территории парка есть несколько ущелий и пещер, которые вы можете посмотреть. Они действительно очень интересные, но будьте осторожны там. Также этот парк имеет свой мини-зоопарк, где находятся разновидность птиц и животных. Так что не ленитесь и просто пройдитесь по парку. Приехали в Maps, это Movie Animation Theme Park, и я отсюда вам еще обязательно сделаю видео. Я делала на этот счет видео, но я сделаю еще. Let's go! Это мои друзья, короче, я вам сейчас тут все видео сделаю, покажу, как... И вот как вход выглядит.